Первый год для нас стал проверкой на прочность, научил нас понять, что только вместе мы сможем смотреть преодолеть все трудности этого года. В феврале 2022 года вместе со всей Россией мы осознали ценность мира в связи с началом специальной военной операции. Переосмыслили такие понятия, как Родина, защитник Отечества, патриотизм. Мы увидели, что вокруг много отзывчивых, сопереживающих, неравнодушных людей, которые помогут как своим землякам, защищающих отчизну, так и совсем незнакомым жителям Донбасса, живущим под бомбежками уже 8 лет. Именно сегодня максимально актуальным стал лозунг «Мы вместе». И действительно, мы вместе всем районам проводили благотворительные концерты, отправляли книги, вещи, игрушки детям Донбасса. Отправляли тонны продуктов и необходимых вещей. Вместе провожали на защиту Родины сначала добровольцев, а потом и ушедших в рамках частичной мобилизации. Вместе вязали носки бойцам, грели окопные свечи, шили нательное белье, покупали квадрокоптеры и другие необходимые вещи. И вместе мы продолжаем и будем продолжать это делать. Этого года на учете в администрации Назаровского района находится 64 семьи, призванных по мобилизации Назаровского военного комиссариата, а также 4 семьи, ушедших добровольцев и свидетелей батальон, который проходил до начала частичной мобилизации август-сентябрь месяц. Кроме того, мы дополнительно курируем семьи военнопленных мобилизованных, особенно у тех, у кого нет близких родственников на территории.